Странно, что ты появился именно сегодня. Мы помогали людям сбежать из города пешком, через старые каналы. Это опасный путь. Кажется, мы наконец-то придумали кое-что получше. Давай я куплю тебе воды. И да, кстати, рада познакомиться. Ну, а чертовка! Куда она делась? Ламар, выходи оттуда! О-о, все в порядке, доктор Клейн. Привет, Алекс. Ну, почти в порядке. Ламар снова сбежала из клетки. Не зная я Барни, подумал бы, что он расставил ловушки и... Боже, Гордон Фриман, это в самом деле ты? Я нашла его снаружи. Он попал в переделку. У него талант находить неприятности. Мы обязаны доктору Фриману, несмотря на то, что он приносит с собой неприятности. Должен сказать, Гордон, ты как раз вовремя. Алекс восстановила последнюю часть телепортера. Но в этом прорыве нет моей заслуги, док. Глупость. Твой талант превосходит даже твою красоту. Давайте убедимся, что эта штука работает, ладно? Ну что, получилось? Вот ты. Черт, Гордон, ты разворошил улей. Ему нельзя здесь долго оставаться. Это поставит под угрозу всю нашу работу. Именно, Барни. Это великий день. Торжественно откроем телепорт двойной передачи. Ты хочешь сказать, он заработал? Это точно? Потому что мне до сих пор снятся кошмары про ту кошку. Спокойно. Не надо так волноваться. Мы далеко шагнули с тех пор. Далеко. Док, он все-таки не на прогулку идет. Можно ему и костюмчик дать. Что? О боже, ты прав, я почти забыл. Барни предоставляют учесть тебе. Мне надо вернуться на пост. Ну да ладно. Аккуратней. Осторожно. А вот я... Черт, убери ее от меня! Ламар, вот ты где! Я думал, ты избавился от этой заразы! Конечно, нет. Не бойся, Гордон. Ей удалили клюв. Теперь она не опасна. Она может только попробовать совокупиться с твоей головой. И то тщетно. Убери от меня эту дрянь! Давай, детка, запрыгивай. Нет, не туда! Нет, нет! Осторожно, Ламар! Эти приборы очень хрупки. Бог мой! Чтобы уговорить ее выйти оттуда, уйдет еще неделя. Если повезет, то и дольше. Барни, ты не любишь животных? А ну, Гордон, не стесняйся. Надевай костюм. Гордон, костюм сидит так, будто на тебя шит. Ох, он ведь действительно на тебя шит. Я кое-что в нем изменил. Сейчас расскажу тебе самое главное. Значит так. Конструкция костюма модели 5 изменена для повышения комфорта и функциональности. О боже. Док, на это нет времени. Ты хоть подзаряди его, Гордон. Хорошая мысль. На стене есть зарядник. Твой костюм можно заряжать от источников питания Альянса, которых полно в местах патрулирования. А пока пора взяться за работу. Гордон, встань рядом с той панелью и жди моей команды. Айзек, ты там? Да, да, Илай. У нас небольшая задержка. Ни за что не угадаешь, кто сегодня забрел в нашу лабораторию. Это же не тот, о ком я думаю. Он самый, и мы отправляем его прямо к тебе в компании твоей очаровательной дочурки. Ты готов нас принять, папа?
У нас все готово. Ну так вперед. Посмотрим. Поток безмассового поля самоограничивается. Мне удалось подобрать верные параметры манифольда для базы CI и орбифольда LG. Включая функцию Гильберта. Эй, да, условия кстати, насчет кошки. 3, 2, 1. О, господи, что на этот раз? Прекрасно. Гордон дернет рубильник. Давай, Гордон. Хорошо. Финальная стадия. Начинаем? Начали. Я не могу. Ладно. Ну как, получилось? Сам посмотри. Эй, док! О, слава богу, как гора с плеч. Отличная работа, Изи. Это не только моя заслуга. Доктор Фримен очень способный ассистент. Ну давайте тогда переправим Гордона. Ты прав. Поговорим через секунду. Класс, Гордон. Мастерское обращение с рубильником. Я смотрю, не зря ты MIT Ладно, закончил. Парни, твой черед. Спасибочки. Гордон, пройди в передатчик, и мы отправим тебя к Элай. Как раз вовремя. Прекрасно. 3, 2, 1. Пуск. Барни, будь так добр. Удачи тебе, Гордон. Да, именно. Мы готовы к отправке, Гордон. Бон вояж. Успехов в твоих начинаниях. Финальная стадия. Что за черт? Да это же твой чертов мозгосос! Ламар! Хэдди! Берегись! Ламар, с ним! Да забудь о ней! Он проходит, что папа! Что происходит? Я не знаю. Похоже на какие-то помехи. Гордон, не двигайся, мы тебя вытащим! Его что-то утягивает! Что все это значит? Да кто вы? Как вы тут оказались? Эй, он вернулся! Я его вытащу! Не входи в поле! Тебя разорвет на части! Мы потеряли Гордона! Что происходит? И если бы я только знал, что такое может случиться! Не волнуйся, Гордон! Вон он! Нет, опять мы его пускаем! Кто это был? Неужели... Гордон Фримен? Его тут... Он не проскочил! Но тогда... Где же он? Сзади! Ага! Выключай! Выключай! Гордон! Уходи отсюда! Беги! Спускайся вниз, я найду тебя позже! Эй, Гордон! Цитаделя полная боевая готовность. Никогда такого не видел. Убирайся из Сити-17 как можно скорее, Гордон! Иди по каналам, они ведут в лабораторию Лая. Это опасный путь, но там много наших. Они помогут тебе, чем смогут. Я бы с тобой пошел, но нужно присмотреть за Кленером. Да, чуть не забыл. Кажется, ты потерял это в черной мезе. Удачи, приятель, она тебе пригодится.